Вообще, качество сопутствующих товаров для Барби резко ухудшилось. Кто там? Да кто же там? Это наш директор-извращенец. Он нас будет раздевать. Я убью его. Я хочу продаться девственницей. Опять не позвали меня, сучки. Кто ты? Жена водителя из Лего? А ты не узнала меня, американская кукольная шалава? Я вспомнила, это же плохая кукла, которую никогда никто не покупает. Как ты сюда добралась? У тебя же ноги не сгибаются. Это не важно, Барба. Я обещала, что доберусь до вас. И вот я здесь. Отдай Кена, Барба. Он мой. С какого это игрушечного хуя? Он твой. Барба! Он пролежал на мне целых 3 месяца! Он пролежал на тебя, потому что его случайно уронили на тебя с другой полки. Это не важно, он не жаловался! Эта полка для кукол дороже 1000 рублей, а ты дешевка! Как ты вообще выбралась из корзины с лизунами? Закрой рот, Синди, а то воняет дешевым китайским пластиком. Нина, убей ее. А ну стоять. Мне ничего не страшно. Я 7 лет продавалась в Союз Печати. Отдайте Кена, Барба. Я, Барби, самая известная кукла в мире. Меня хотят раздеть все мальчики. А меня хотят одеть все девочки. Мой гардероб больше, чем у английской королевы. А у тебя, вон, даже лифчика нет. Его можно нарисовать шариковой ручкой. Она есть в моем наборе. У тебя нет имени. Есть. Я Тамарка. Кукла Тамарка. Все, отдайте Кена, твари. Я Барби. Со мной не стыдно пойти на любой день рождения. А со мной. Со мной можно купаться. Если на меня нажать, я набираю воду и становлюсь чуточку тяжелее. А потом, если на меня нажать, я сикаю. А у тебя есть такая функция, Барба? У меня 1 000 000 функций. Меня можно раздевать, одевать, причесывать и даже делать педикюр. А обо мне мечтает любой русский мужик. В смысле? Моя голова идеально налезает на фаркоп автомобиля! Да что здесь происходит? Охрана! Отдай Кена, Барба! Сейчас ты узнаешь, каково это получить силиконовую морду, не сгибающейся ногой! Барба! 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 Мама! Ха-ха, Барба! Теперь ты